фотография, дизайн человека, астрология, йога, мантры, васту. Как так получилось? Всем привет, меня зовут Ольга Бурмистрова. Я ведический астролог, специалист по дизайну человека, Access Bars, массажист и профессиональный фотограф. Многие спрашивают у меня: ты столько всего знаешь, кто ты, про что ты? И на самом деле то, чем я занимаюсь, это плавное стечение или перетечение даже одного в другое. Когда мне было что-то интересно, я стала заниматься, а потом меня плавно перенесло во что-то другое. Но все оно вместе очень связано. И теперь я уже не вижу между этим всем разделения. Поэтому мне достаточно сложно разделить понятия, которые вместе обозначают одно – стремление к гармонии. Фотография позволяет показать человека с его лучшей стороны, выгодные ракурсы, как человек выглядит, как человек двигается, как человек улыбается, светящиеся глаза. И то, что часто я говорю перед съемками людям, самое главное – это выспаться. Даже те, кто не умеет позировать на камеру, в этом ничего страшного нет, это нормально. Никто не умеет делать то, что он никогда не делал, и никогда не получится с первого раза удачно то, чем человек начинает заниматься. Самый классный пример – это игра на скрипке. Я не играю на скрипке, но когда я была в Таиланде, мне попались несколько женщин, которые показывали свой процесс успеха в игре на скрипке. Плавная, постепенная, постоянная тренировка, наверное, ежедневная, приводит человека к результату за 2 года, что он становится профессионалом и может сыграть любую мелодию. Очень красиво, артистично, уже не задумываясь о технике. Но техника – это первостепенная, с чего начинается любая система.